Україна – це жінка. Головний ресурс та сила України в нас, в жінках. Так вважає героїня нашого спеціального проєкту «Найкращі українки» Олександра Климова. Олександра Климова – мати трьох донечок. Психолог, громадський діяч, керівник ГО «Українська асоціація танцювально-рухової терапії», засновник ГО «АНФ «Простір людини», волонтер, засновник багатьох проєктів, у тому числі з профілактики та подолання негативних психологічних наслідків війни для ветеранів АТО, військовослужбовців. Засновник фестивалю «Body Mind Fest» – екологія тіла та розуму. Життєве кредо – все можливо. Вітаю! Я дякую, що ви погодилися стати героїною нашого спеціального проєкту «Найкращі українки». Ми запрошуємо особливих жінок. Я, звісно, знаю, що ви вже багато років займаєтеся психологічною діяльністю, допомагаєте людям. Олександра, розповідайте про ваше досягнення зараз. Чим ви зараз пишаєтеся? Я, прежде всего, чоловік. Потім я жінка. Потім я мать троїх дітей. И только потом я уже профессионал, я психолог. И потом я уже громадский деятель, общественный деятель. Почему я такую выставила градацию? Потому что так как бы и есть. Ну, то есть как бы мои ценности внутри выстроены в определенном уровне. Я занимаюсь своей ценностной структурой, я туда обращаю внимание. То есть я себя выстраиваю. Я возглавила ассоциацию. Это Украинская ассоциация танцедвигательной терапии. То есть это психотерапевтическое сообщество. У нас много членов по всей Украине, во всех городах. То есть мы очень плотное, крепкое, здоровое сообщество. Моя основная деятельность психологическая, я работаю с людьми. Сейчас больше работаю как, ну, не как волонтер, я очень много оказываю помощи людям, которые обращаются, у которых нет средств. А чому ви багато часу приділяєте громадській діяльності? Громадська діяльність займає у мене зараз огромну частину житті. Я її не шукала. Она пришла в мою жизнь сама. Первое – это был Майдан, была помощь военнослужащим, была помощь ветеранам, людям, пострадавшим от войны, психологическая помощь. И не только. Материальная тоже была разная, скажем так, разная помощь была. А потом начался проект по ресоциализации ветеранов. Мы работаем с американским психологом. Мы готовим сейчас специалистов по 36-дневной программе. Это 6 модулей по 6 дней по определенной системе, которая уже проверена в США на ветеранах войны, которая уже себя показала. Доказала, помогаем готовить специалистов, прежде всего, из самих же ветеранов. За что вы любите Украину? Я просто понимаю, что я живу в этой стране, и в силу тех или иных причин я выбрала эту страну, и другой страны у меня нет. Вот куда бы я ни поехала, у меня не будет сразу паспорта другой страны. Да, вот мне его не выдадут. Вот я буду все равно иммигрант. Я буду все равно среди другой культуры. Поэтому это очень важно, ценно. Та земля, на которой ты живешь, это страна, это культура, в которой ты родился. Для меня это очень ценно и очень важно. Я люблю ее за людей. Да? Мне важно, в каком обществе. Я считаю, что у нас все-таки, несмотря ни на что, у нас есть здоровое зерно в обществе. Мы живые. Мы разные. Можем быть инфантильные, можем быть не знающие, но мы живые. И мы неравнодушные, и мы очень интеллектуальные, и мы очень талантливые, и очень сильные. Ви як психолог та громадський діяч, які б меседжі передали молодим українцям, щоб їх життя було кращим? Об'єднуйтесь, уважайте друг друга і стройте своє государство, і в ньому буде прекрасно і комфортно жити всім.